В этом году 7-й гуманитарный поезд отправляем, вот почти 90 тонн груза. Отличается он тем, что здесь две фуры у нас строительных материалов, точнее стекла, бытовая химия, продукты питания длительного хранения, одежда, медицинские препараты. Все необходимое для мирных жителей Лисичанска и Рубежного. Мы получаем обратную связь как от жителей, так и вот наши водители говорят, насколько жители ждут каждый раз и радуются помощи. Мы это будем продолжать делать. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных наших казанцев, предпринимателей. Вот с нами сегодня здесь Александр Дорофеев, который систематически организовывает и помощь, и склад нам предоставил для сбора гуманитарной помощи. Но в целом, на самом деле, армия большая, тех, кто постоянно помогает всем, что нужно и для наших воинских частей, воинских формирований, и для мирных жителей.